Да, прозвище есть. У меня, допустим, Маминатор. Меня дети зовут. А у детей по-разному, по настроению. Только по именам. Прозвищ нет, это, по-моему, унизительно. Бабушку часто зовем Бусей, остальных нет. Ко мне как-то по имени обращаются всегда. Просто по имени уменьшительно ласкательное. Скорее всего, так, да. Прям каких-то таких конкретных прозвищ, я думаю, нет. Есть только ребенка, ее зовут Маргарита, она себя с полтора года зовет Гагока. Вот, поэтому только ее. Есть у нас милые прощания вот такое. С сестрами, когда прощаемся, вот так. Обязательно голубиный звук.